всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников, их автобиографией. Французский художник, известный своими морскими сценами и разработками востоковеда, Жан-Батис Анри Дюран Браже. Жан-Батис Анри Дюран Бражье, французский художник-марионист, родился в Доле, в Британии, в 1814 году. Учился у Гюдена и Ежена Изаби. Был морским офицером, дослужившимся до звания капитана. В 1840 году он сопровождал флот, который репатриировал останки Наполеона с острова Святой Елены, что дало ему сюжеты для различных картин. Большую часть своего времени проводил в путешествиях. В 1841-42 годах отправился в Буэнос-Айрес с эскадрой Монтевидео на борту французского военного корабля и исследовал Уругвай и Бразилию. Сопровождал экспедиции в Танжер, а также на Мадагаскар. Писал виды мест, которые посещал, а также морские сражения и морские орудия. В 1850-х годах находился в Крыму во время войны с Россией, где занялся не только живописью, но и фотографией. Был одним из примерно 15 фотографов, которые фотографировали солдат, казармы, лагерную жизнь и поля сражений. И был первым, кто запечатлел крупную войну на пленку. Позже он вернулся в Константинополь, где фотографировал пейзажи, памятники и людей. Исполнил для Версальского музея 20 панорамических картин Севастополя, его окрестностей и операций, его осады войсками союзников. Был разносторонним художником, создавал морские сцены, жанровые работы, костюмированные работы, пейзажи и работы на ориенталистские темы. Несколько его работ находятся в галереях Версаля. Умер в 1879 году в Париже, Франция. Вот так вкратце из переводной Википедии о французском художнике Жан-Батист Анри Дюран Браже. Он известен своими морскими сценами и работами востоковеда. Пока-пока, до свидания.